Так, золотые мои, всех приветствую на своем новом видео. Тема сегодняшнего видео – черчение. Делаю свои первые шаги уже в 20-й версии. Будем вычерчивать сегодня вот такую деталь. Вот, как видите, уже с рамкой, так сказать, с паспорта. Оценка уже получше. Ну и так и далее. Вот, по сути, что такое паспорт чертежа. То есть это то, где указываются ваши данные. Это тоже паспорт разных, скажем так, ГОСТов. Здесь вы, например, видите то, что здесь вот как-то все получше написано, расписано и так далее. Вот, вот здесь, допустим, вот я свою пишу фамилию, да, потом, так, здесь не зеленый, потом вот проверил, вот здесь можно технологии. Контроллер, так, разработчик, ну пускай Иванов какой-нибудь, то есть тут уже, как сказать, вписано, очень удобно. Ну и здесь, поскольку у меня точно не указано, как детально написано, поэтому вот так вот напишем. Здесь то же самое, здесь тоже, просто, как сказать, заполним пробел. Это тут точно учебный, да. Итак, можно сказать, в общем, вот, например, у нас же тоже есть своего рода паспорт. Как такого термина вы не найдете, это я, можно сказать, создаю такой термин, как паспорт видео. Вот вы сейчас смотрите. А в чем заключается смысл данного паспорта? То, что вот вы видите видео и смотрите на, как сказать, есть маленький экран, то есть с ведущим, получается, да? Казалось бы, широко распространенный, но наблюдаю то, что многие даже успешные каналы все равно еще придерживаются, скажем так, старого формата. И я столкнулся, например, с тем, то, что у меня был перезалив из-за того, то, что у меня не было, скажем так, удостоверения моей личности в виде моего фейса. Поэтому в будущем, скажем так, я буду делать в таком формате такой паспорт видео. Хоть я там и назывался, то, что представлялся, то, что я такой-такой и так далее. Вот, ну ладно, что ж, теперь перейдем к основной части данного видео. Чертеж не очень сложный, но, повторюсь, на своем примере я показываю, скажем так, первые шаги, от чего отталкиваться. По сути, конечно, тоже не важно, какая у вас версия. Именно вот черчение, вот такие простейшие элементы, они будут, в принципе, везде одинаковые. Ну да, я можно обстянуть, так что... О, это ерунда. Что? Примерно. Так, так, дальше. Значит, вычерчиваем. Шесть. Дальше что? Так, таких мне нужно 6 штучек. Так, сразу. Так, и погнали тоже. Так.
Как я уже говорил ранее, в таких случаях нужно опору использовать. Галка. Так. Тут мы попробуем еще такое тоже сделать. Так, миллиард. Теперь все то же самое. Имея опору. И еще один раз теперь уже. Так, тут у нас уже... наоборот. Мы можем сделать вот сюда. Так, нет. А вот раз. Это. Как можно делать? Тоже посмотреть опору. Мы сделаем так. Единственное, что, да, вот опираясь вот на эту функцию, мы подтягиваем, грубо говоря. Конечно, я говорю, можно было вот так же, как я вот сейчас вот метод показал, да, но это мы время больше теряем. А вот, скажем так, за контекстное действие взяли и подвинули так, как нам надо. Вот. Это... плюс это Ctrl-C, Ctrl-V, нет, опять через это, так, это сюда, да, вот так получается, хорошо. Ну, стал опять в любом случае, тут у нас получается. А это нужно вот на таком сказать. Ну тоже интересно, кстати. Так, у нас тут дано 32. Окей. 32. Ладно, можно. Так. Типа имитируем циркуль. Нет. 300. Угу. Так, давай. 300. Короче. Да, зафиксировать, зафиксировать. Хорошо. Можно вот так вот сделать, в принципе. Без принципа. Так, это отделить. Тоже смысл не в самом чертеже, а именно как добивается, выполняется данная задача. То есть вот что смысл заключается в данном виде. Так, вот так. Так.
в принципе, да, уже что-то похожее. Сатен, сатен. Зачем репортировать? Через зеркалку. Будет хорошо. Будет нормально. Так вот, дальше, значит, мне нужно вести. Репортировку. Тоже это вместе это. Нет. Что мне нужно? Так. 270. Если как-то сюда, то у меня в минус, да? Минус мне нужно 30 градусов. 270 минус 30, это будет 240. 240. Опять-таки симметрия. Да. А, в принципе, чудо. Да, кстати. Кстати, да. Совпало уже. Ну, бывает. А, значит, дальше. Пика. Господи. Угу. Угу. Тут не сегодня. Так, ну раз вот здесь, тогда сразу стоять. Сразу с забубеним. Потом что? Ну, все это дело надо совместить. Так. Окружность, так, диаметр, вот, радиус. Ой, черт. Так, тут... Высекаем. Высекаем. У меня вот такой должен получиться. Тут у нас такой радиус 12. Угу. А вот, собственно, угу.
Так, теперь нужно соединить эти элементы. Так, значит, мне нужно... Так, динамия 30... Должно быть 36. Угу. 0. Замечательно. Так, вот здесь. Угу. Так. Угу. Угу. Так. Угу. Линия 10. Диск, бля. Бля. Чтобы не мешалось. Так. Так, скруглей. Ну, в принципе, можно было опять уже симметрию сделать. Посмотрим, так пришлось как-то. Вот. Так, это у нас... Это так. Ну-ка. Ну да, примерно должно дело вот так это выглядеть. Ну дальше опять-таки можно. Вот опять-таки подгон. Вот, так сказать, красиво дело выглядело. Вот так. 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 У нас так. Да. Вот так вот получше. Так. Угу. Вот получше тогда. Угу. Так, сюда. Угу. Так, вот сюда. Так, что еще? Конечно же, еще на самих. Конечно, должно быть. Так, вот тут. Вот, вот сюда. Вот там, конечно, не так, как надо. Стоп. Сделаем. Маленькую. Так. Может, есть, есть. Так. И через зеркалочку. Бах. Так. Вот. Нет, тут, в принципе, не заметно. Будет незаметно, а вот тут нормально, как все.
Ну и дальше идет у нас размеры. Могу не указывать. Пускай по минималке такое сделал. Так, это сделано. Потом. Хорошо. Примерно так, что было. Так, дальше у нас идет. Вот, и плюс еще. Шесть. Хорошо. Да, тут. Ну так, это вот так. Да. Вот, да. Медиаметр. Так, это... Так, сейчас посмотрим. Есть, 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 есть. Ну, конечно, было небольшое отступление от исходного чертежа.
Но, так сказать, тут буквально разница в единичку, поэтому такой разницы не ощущается. Вот, ну еще одной линии. Я убедился в том, что если она по факту, вот когда от руки чертил, она может и была нужна, но то сейчас нет. Вот, ну и собственно там даже если с обработкой, да, то есть кто вот смотрит, интересуется, не только у меня, то и у других, что я хотел бы подвести итоги, да, то есть если, допустим, вот подобный чертеж, да, вы сделаете примерно за час, ну пускай примерно, да, вот, то с компасом вы вдвое быстрее это дело сделаете, то есть за полчаса. А если еще, грубо говоря, вы именно это делали, да еще в компасе, то еще быстрее, то есть за четверть часа, то есть за 15 минут. Вот, ну, у меня еще, конечно, с распиновкой, с расстановкой, еще, конечно, там на видео, там вступление, вход, вывод, информация была, да. Собственно, кто-то смотрел до сего момента, пожалуйста, пересмотрите предыдущий, там тоже я какие-нибудь фишки, сюрпризы, лайфхаки оставлял. Вот такие пасхалки, скажем так. Вот. Ну, а если кому было полезно, то, пожалуйста, не забывайте давать обратную связь. Лайк, подписка, репост. В общем, стандартные действия и комментарии комментируйте. Вот. Потому что, я говорю, сейчас это все идет под этой работой. И я сейчас хочу именно, как я уже в своем предыдущем видео показывал, то есть сайт. По сути, есть множество разных, но мне вот тут переклинулся. И, в общем, я хочу как, то есть на старые свои видео добавить вот эту информацию из новых. То есть, например, вот в устройство авто, там у меня были те или иные темы, вот запустить двигатель, чтобы не просто там картинка была или там какая-то гифка, чтобы именно хорошая такая, получается, динамическое видео было, динамическая анимация и все в таком духе. То есть все это идет сейчас как подготовительная работа. Вот. Также, пожалуйста, не забывайте поддержать канал монетой, будет очень приятно. Даже, так сказать, может, процесс пойдет намного быстрее. По сути, на этом все. Всем спасибо и до новых встреч.